Название доклада. Этот доклад, я продолжаю, просто в прошлый раз очень было все это скомкано и очень быстро. Слушай. Поэтому... Тишина. Тихо. Более того, было заявлено кое-чего, было время подумать и прочее. Значит, я продолжаю эту же тему в начале. А именно что? Это, значит, частные вопросы в электродинамике, которые можно было бы определить как беззатратное движение, если это двигатель, получение, скажем так, если это генератор, получение энергии, значит, ротор которого не сопротивляется, без сопротивления. Ну, то есть это всякое движение, или, можно сказать так, всякое движение, которое... Значит, с обходом третьего закона Ньютона, если так, по-механически. То есть нету в этих во всех процессах можно увидеть, что нету обратной реакции. Если это речь идет, значит, работа с индуктивностями, вот, то мы привыкли как? Обычный трансформатор, хороший, значит, проводник магнитный, маленькое сопротивление магнитное, две обмотки, первичное, вторичное. И, соответственно, там известные, очень классические, я даже их писать не буду, соотношение там входного напряжения, это к центру трансформации, к выходному. Соответственно, мощность считается по объему сердечника, здесь объема не было. Мощность – это объем сердечника. Ну и все остальное, там детали. Есть разные приближения по расчетам. Практики, они совершенно очень простые соотношения применяют. Остальное чисто уже так интуитивно. Вот. Здесь же я предлагаю необычный подход и, скажем так, хотя, может быть, где-то это кем-то уже сделано, просто или молчат, или не афишируют и прочее. Как вот вы видите, значит, при таком соединении катушек и получении вот такой вот намагниченности, это свидетельствует о возможности только в одном случае, когда обмотки подключаются встречно. В результате, кто такие вещи делал, скажем так, если входная обмотка трансформатора, ну пусть даже на 50 Гц, или постоянная, тут уже не важно, ну в данном случае пусть будет переменная 50 Гц, допустим, можно и другие частоты, преобразователи, это не важно. Когда включается подобранное число витков, и, ну скажем, вот эта вот одна обмотка, она сетевая, примерно, то трансформатор обычным образом работает, возникает там магнитное поле, снизу напряженность, и она возвращается постоянно в виде, значит, вот этой вот, значит, величины ЭДС самоиндукции, которая, значит, если нет никакой нагрузки у вторичной обмотки, то течет ток холостого хода, как мы знаем. В результате чего? Вот я тут изобразил это, ну, собственно, это для любых электрических машин годится. Напряжение сети, ЭДС самоиндукции, у хороших трансформаторов, оно, если трансформаторы, оно настолько, как вот, чтобы всем было видно, оно, да, настолько маленькое, что практически сливает, ну там 98-95-98%. У электрических машин небольшой мощности, вот эта разница больше. Вот, в результате, да, но самое интересное, что рабочую силу в любой электрической машине создает как раз вот эта разница. Не все напряжение сети, которое мы вынуждены подавать для того, чтобы развить, значит, ток, а вот эта вот сила, вот эта, вернее, ЭДС, нам всегда мешает. В прошлый раз я сказал, а что если, значит, эту ЭДС каким-то образом хитро убрать ее? Или скомпенсировать, или убрать, или там еще кучу терминов можно произвести. Таким образом, значит, у нас индуктивность, которая возникает, ну, конечно, лучше бы с проводника с одного начать. Вообще природа индуктивности, это же интересный совершенно предмет. До сих пор это такая загадка. Индуктивность, она эквивалентна массе в механике. Эквивалентна, потом еще раз. Да. И вот интересная вещь. При таком включении, встречном, этих двух, причем есть такое важное замечание. Эти обмотки должны быть одинаковые. Или так, наибольшим образом, чтобы они были одинаковые.
в этом случае происходит, ну скажем так, вот это соединение можно назвать дифференциальным, встречным. В каждой обмотке, значит, течет ток, так, если это переменные. Здесь, значит, наводится, соответственно, напряженность возникает, индукция, и здесь возникает. Но так как они встречные, то это поле возвращается сюда, компенсируя индуктивность. То есть ее обратное следствие, индуктивность. И таким образом, значит, вот такое схемное соединение нам рождает некий такой магнит, электромагнит, у которого индуктивность стремится к нулю. Но, так скажем, равно нулю это сложно сделать довольно, но большие значения уменьшения получить можно. И смотри, какая интересная вещь. У нас есть электромагнит с нулевой индуктивностью. Более того, и с ферромагнитным сердечником. Ферромагнитным сердечником индуктивность равна нулю, я буду так в отдельном случае говорить, равна нулю. Что мы получаем? Что если речь идет о подаче теперь напряжения и использовании этого электромагнита в двигателе, там, где электромагнитная система взаимодействует, я вот тут изобразил так, более схематично уже, вот, то интересная вещь возникает. Значит, если на один магнит мы подаем вот в такой полярности, а тот, который находится где-то вот еще рядом, тут две вещи можно использовать. Сначала, создание такого поля, чтобы он притягивался до момента, полной симметрии, а потом в этот момент, когда он немножечко пройдет под инерцией, мы включаем противоположное поле. Вот, сделать это очень быстро можно, поскольку у нас индуктивность уже исчезает. Это можно довольно быстро сделать. Но не в этом даже дело. И что? В результате мы имеем две силы, которые сначала тянет, а потом отталкивает. Но самое интересное вот в чем. Что когда проходит, вот этот электромагнит, либо здесь просто будет постоянный магнит, при оказании влияния магнитного на вот эту систему, дифференциальный магнит или как магнитный ключ, то, что туда обратно возвращается, оно обнуляется на встречных обмотках. То есть ЭДЕ самоиндукции у нас в этом случае нет, или она минимальна. Да, вот это вот минимально. И таким образом, вся мощность, которая подводится к этой штуке, она определяется только чем? Током сети, в этом случае уже там не 220 можно подавать, а вольт там 5-10. Чтобы получить тот же ток рабочий. И внутреннее сопротивление, вот и квадрат на R. И что мы в результате, это я говорил в прошлый раз, в результате что имеем? Что при обычном подходе, классическом, при расчете электрической машины, мы имеем на выходе определенную мощность. Вполне определенная, она рассчитывается, вот эта мощность выходная. Она, как правило, из тех расчетов, как ее назвать, и процессов материальных, она всегда меньше, чем входная. Так? Что называется КПД, который у нас вроде как он всегда должен быть меньше единицы. Вот всегда должен быть. Но в результате того, что мы убираем эту самоиндукцию, мы напряжение сети можем резко уменьшить для создания той же самой силы. А сила, как я в прошлый раз писал, сила, она пропорциональна только чему? Если это машина постоянного тока, где хорошо очень видно, это индукция там, магнитов или электро, или постоянно, это току, который идет, и длина этого проводника в этом токе. Там, если это витки, значит там витки будут, там немножко другая формула появится. Вот, собственно говоря, здесь никакой мощности нет. А сила раскручивает ротор. И напряжение нет. Нет, напряжение будет, поскольку у нас, если мы медь используем, то, конечно, там джоулевые потери, вот они и будут как раз джоулевые потери. Вот они. Иначе говоря так, я в прошлый раз это тоже говорил, что если этот проводник входной,
входная обмотка будет намотана сверхпроводящим проводом, то входная мощность просто нулю равна. Потому что сила будет та же по расчетам обычным, классическим на выходе. Соответственно, мощность будет такая же, как соответственно оттока вот этого и вот этого, значит, параметра. Ну, там момент, конечно, если это большой, поменьше там двигатель. А, ну, сами можете спросить или сказать, что при этом входная равна нулю, выходная равняется, значит, расчетным данным. Вот как это назвать процесс, я не знаю. То есть в случае включения... Так сколько тогда полюсов надо делать у двигателя? Как? Сколько полюсов надо делать у двигателя? Нет, ну я вот сделал базовый такой электромагнит, четный базовый электромагнит. Четный. Можете попробовать дома намотать, это очень просто. Берется любой сердечник ферромагнитный, стальной там или трансформатор, намотать две одинаковых обмотки и попробуйте. Сначала включаете одну, а можете включить последовательно, как обычно. Вот одну просто, и подать туда постоянный ток. Вот, вы не получите здесь, то есть низкое сопротивление магнитное, оно тут же замыкает внутри сердечника. И что будет? Если обычным способом, как вот последовательно включать. А если включите встречно, то получится вот такая штука. Ток идет, а здесь полюса. То есть можно примагничивать чем-то и, соответственно, внизу. И это можно использовать как один элемент двигателя. То есть это элемент двигателя фактически, как угодно. Либо дисковый, либо роторный там можно поставить. Вот она в чем дело. Вот эту штуку вы можете поставить, скажем так, вот на роторе. Как там обычный двигатель, там вот так вот, да, вот так вот. Против ВДС убирается. Да, ну то есть много-много сделать этих полюсов, а вот эти вот штуки сделаны по вот этому образцу. Минуточку. Вопросик один. Обязательно. Как я правильно понял? В прошлый раз не было вопросов, поэтому сейчас. Если надо вот заводить. Сюда, если вот сюда подать постоянное напряжение, то мы имеем здесь полюса возникнут, да? То есть это будет постоянный магнит? Да. Не будет здесь постоянного магнита. Не будет постоянного магнита. А что вы? Не знаю, что будет. Будет короткое замыкание. Активность, конечно. Нет, ток замыкания идет? Не будет. Ток идет. Ток идет? Постоянно. Идет. А раз ток идет, что у нас получается в катушке с током? В катушке с током магнитное поле получается. Вот куда оно пойдет? Взаимокомпенсируется. Вот оно взаимокомпенсируется. Не будет здесь магнитного. Куда? Как? Я через два дня проведу ток. Зачем через два? Можно сегодня же. Потому что сегодня. Не, ну должен. Так, стоп, ладно, хорошо. Значит, я не прав, согласен. Значит, здесь... Нет, здесь не ладно. Значит, прав, здесь, не прав? Ладно, здесь мы тоже. Здесь сейчас вот... При постоянном здесь мы имеем, значит, конкретно выраженные полюса. Значит, северный и южный, да? Да. Так, теперь мы сюда переменку подаем. Что да, будет? Будет то же самое, будет переменное поле. То есть получается так, из закрытой магнитной системы получается открытая. Можно так. Сначала мы рассматриваем вот так. Понятно, да? Ну, что, то есть это одна железка, это вторая. То, что это работает, так. Это, скажем так, понимаю, прибор да, даже есть сначала, который в любом случае ток идет. Магнитные полюса получаются. Будут, да. Да. А но теперь мы просто берем соединение. Что будет? Вот вы этот вопрос задаете. Да. Магнитное поле прячется в сердечник, оно наружу выходить не будет. Плюс, но внутри по-другому. Плюс, минус. Так, что вот он течет. Ток слева и справа. Вычитается. Сейчас они вычитаются. Нет, нет. Они сейчас запутаются. Значит так, послушайте, ток течет. И ничего не выходит из магнита. По магнитной составляющей, это дифференциальное включение, встречное. А по току, ну как, синфазное включение. Такие вещи применяются даже в электронике. То есть аналог есть в электронике. Дифференцирующие и дифференциальные усилители. Магнитные усилители. Которые позволяют не будет сюда. Либо разницу магнитную маленькую на фоне больших помех. В данном случае ЭДС, вот эта помеха для нас, мы ее назвали помехой. Она нам мешает, а можно от нее отстроиться. Как? Применяют дифференциальные включения, мы... Получается то, что мы так ничего пропил делать, поле возникает выходит и попадает. Так все легко и просто, почему до сих пор не создан вечный двигатель, когда нам надо больше единиц. Все тебе больше. Значит, речь сейчас пока не идет о вечном. Значит, получается что? Вопрос другой. Какие есть возражения
значит, в этих выкладках по поводу какой мощности нулевой, если это сверхпроводник, пусть медь будет. Значит, у нас будет небольшое падение, которое мы назвали, это, оно так и есть, это джоуль потери. То есть это тепловые потери, рабочий ток, тепловые потери рабочего тока на обмотке. Ну я проверил. При этом будет магнитное поле рабочее. Здесь можно и Тесла там создать, короче, смотать катушечки толстым проводом, встречные включить. Ну и, может быть, даже большой читатель. Когда этот опыт у меня не повторится, я могу вам позвонить и сказать, что это не так? Ну, он повторится, поскольку я его лично делал много лет назад. Вот этот да, абсолютно точно будет работать. Но пусть для вас это будет гипотетически. Давай сделаем так. Значит, очень трудно, скажем так, сразу давать возражения. А те люди, которых этот вопрос заинтересовал, я просто предлагаю. Аккуратно, уже в рабочей обстановке, не на семинаре. Просто выясните и обсудите этот вопрос досконально. Потому что, насколько я понимаю, речь идет о небольших, но вложениях денег. Чтобы что-то конкретное сделать. Ну, да. Мы с вами разговариваем. Так? Любой человек, тем более мы нищие, или я нищий, да? Чтобы что-то откуда-то вытащить, я сто раз подумал. Не относительно нищий. Значит, ну, вот посмотрите, есть такое аналогичное подключение. Мы богатые. Батареи. Я только вот аппарат. Да, если. Так вот, если они так же будут однополярно включены, ток не пойдет. Не пойдет. Но при этом ЭДС здесь будет. Будет отношение. При этом, если ЭДС и тут, оно, соответственно, там уменьшается. То есть улучшается ситуация. То есть это умощнение батареи. Давайте действительно разберем этот вопрос. Потому что там дальше что пойдет. Дальше что не пойдет. Все, ладно. Если мы хорошо пользуемся, мы считаем, нет, где нет, если мы проявляем это просто встречное размещение двух индуктивностей, у них магнитные потоки очень выпечатаются, и поток сердечники будет приносить. Вот в одном случае они суммируются, а в другом они вычитаются. Вычитается, что с точки индуктивной компоненты, она вычитается. Но потоки будут сочетаться, а потоки в одну сторону. Все равны, они просто встречные. Я вам говорю. Можете сейчас понимать, как вы хотите, но вот эта штука, она работает с прибором много лет. Просто как электромагнит из двух катушек. Его не применяли вот... Нет, дело в том, что... А вот здесь магнитный поле. Нет, это совсем другое. Здесь будет магнитный поле. Вот здесь у тебя катушки в одну сторону работают, вот или в разную. Магнит будет. А здесь не будет. Володь. Тогда магнитчик забудется от сердечника. Да не будет магнитчика. Я тебе во вторник это покажу. Я тебе во вторник это покажу. Не проблема. Не будет от магнита. Хорошо. Давай сферит. Вы можете к этому прийти? Нет. Я же это идет. Стороны. Просто есть вот человек, который сказал, что... Вот батарейки беру, и управляются этим. Нет. Поэтому вы задаете вопрос, почему вы пойдете? Вопрос такой, смысл вот этого? Потому что я тоже разворотами обмотки по-разному. Чего вообще это задеет? Следующий момент. Пожалуйста, сторами вот нам. Вот этот двигатель, на который подается ток, не мощность, а ток подается. Мощность равна нулю. То, что он говорит, и ток этот интересно. Управляет и выдает мощность на выходе механическую. В зависимости от расчета мы можем получить любую от классического расчета. Все классическое считается. А мощность она еще складывается. Из какого напряжения умножить на ток? Для чего мы напряжение сети поднимаем? Вы посмотрите. Для чего мы напряжение сети поднимаем? Вот напряжение сети, а вот я стрелочкой показал этот двигатель. С оборотами, вы видите, F,
Он делал повтор, а вот он растет. Магнитное поле не выходит. От скорости омега. Растет это ДС, оно поднимается. Для того, чтобы получить рабочий ток, нужно напряжение сети поднимать. А это все идет в холостую. На компенсацию вот этой штуки. Но если мы ее убираем, то у нас остается только вот эта вещь. Вот эта. И рабочая на что-то. И внутри. Остается сделки массу производства. Коллеги, у нас по времени не очень большой. Просто момент. Рассчитанный обычно классический. Но дальше. Жилет она не действует. Значит, применяю вот такую штуку. Шаровую. Вот в таком, скажем. Ага. Но это пока, видите, такое, как сказать, этюда. Я это делал. Вот. Опять так же, встречно. То есть мы получаем, можно здесь крепировать, ну то есть там напряжение переменное. У нас здесь будет что? Опять это однонаправленный поток. Дальше ставим катушку на это же сердечное. Так. И что получаем? Что получаем? Получаем трансформатор мощности. Собственно говоря, и этот трансформатор мощности, вот двигатель, статор и ротор. Вот статор и ротор. А это тот, который не двигается. Как это трансформатор мощности? А посмотрите. Даже то, что будет возвращаться от этой катушки, наведенной вот этим полем, она же мотается на сердечнике, на нее наведется сердечник. Рисуй схему, я воспринимаю. Она идет обратно, а тут оно компенсируется опять по тому же закону. Ну то есть взаимной индукции здесь нет. Взаимной индукции обратной нет ее. Значит, входной нет, взаимной нет. Вот это если. А вот на выходе есть. Если взять вот эту обмотку, надо мотать не в кольцо, не в дырку, а на нее просто. Да? Это вторичная обмотка, да? Можете трансформировать. А сюда? Уберите сердечник по тесловским вещам, как перейти. Да. Как в тесловских направлениях получать энергию. А у него тоже. Вот просто две катушки. Две катушки встречно, а вот это вот. Одна. Сверху да. Нее. Точно, точно. И что получится? Точно, что точно. Получится вот в торце? Точно. И у меня ботки, и одна такая. Так, ладно, а сюда что? Здесь все развивается. Фиксирующее движение. А это что мне надо? А если я постоянку сюда подам? Вот можно сделать еще постоянку такой же. Нет, ну если сюда подам постоянку, ничего не будет. Ну понятно. Постоянка как не будет? Будет. Почему? Чего не будет? Поле будет. Но только... А по вторичной обводке ничего такого. Нет, а для чего мне постоянно, если у меня обводка? Ну да, все, я глупость смотрю. Да, да, да. Если нужен трансформатор постоянного тока, можно сделать. Все, 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 все. Слушай, как интересно. Сегодня к этой теме, которая сегодня говорит. Ленты Мебиус предлагал на матрице. Сейчас продолжим. Нет. Он когда Вестингау пробовал эту схему генератора, про почту Ленин сказал. Вот это Николай. Излучаемое пространство это есть двух видов. Кторов. Кторов переходит. Если можно перейти к торам. Анизотропные, которые человек создал без излучения. Если он коротко. Коротко сможешь про что? А вот про то, чтобы закончить. Про торы. Про торы. Расскажите, пожалуйста, про торы. Ты... У вас же торы там нарисованы еще. Про торы. Это расскажите. Просто вариации из этого. Это же тоже фактически тор, но такой квадратный. Да. Значит, если я у тора вот здесь по диаметру намотаю обмотку. Вот я изобразил, вот и некий двигатель. Постоянно тока. Фактически эта обмотка наматывается вот таким образом. Ну, какая-то шайба, что-то большая, на ней наматывается. Да. Но тут есть одна тонкость. Если я намотаю вот эту вещь достаточного расстояния между противоположных проводов, то у меня будет подъединичная машина. Подъединичная машина. С большим расстоянием, да? Да. То есть когда это поле вот от этого провода не будет нахлёстывать достаточно хорошо на противоположный, то у меня индуктивность здесь будет. Понимаете, да? Да, вот это индуктивность. А вот я изображаю. Если у вас свистит по такой степени, чтобы значит, отсюда колебание, ну не колебание, но можно колебание сказать, магнитное поле хорошо наводилось в противоположном проводе, то значит, у такого вот это вот есть индуктивность, а тут уже она близка к нулю, приближается к нулю. То есть провод сложенный пополам? Ну, грубо говоря, сложенный. Дальше. А теперь нужно подать значит, до двух магнитов встречно. Ну, сами понимаете, это ведь намотано.
много витков. В Фарадеевской машине, там ведь один диск, и ЭДС очень маленький. Чего, там подать? Можно рассчитывать только на большие магнитики. Здесь можно получить большие ЭДС. Так вот, теперь если встречно магниты постоянно вести, то значит, поля будут уходить туда, здесь. В общем, эта задачка, я пока вот так нарисовал, вы дома посмотрите, что складывается, что вычитается, и в итоге ЭДС, где получается, по такому же совершенно вот... Если я сюда подам 5 ватт, это машина постоянного тока, то здесь я могу получить 10 ватт, так? Но если это усилитель мощности. Да. Вот я сюда подаю импульсы мощностью 5 ватт. А здесь получаю 10 ватт. Это... А вы это собирали? Значит, теперь важная вещь с машинами Тесла. Послушайте очень такую важную вещь. Все, кто собирает, значит, вот эти тесловские генераторы, он работает с открытым пространством Тесла. Большие катушки – это обязательно привлечение большого пространства. Значит, там... Это своего рода такие, ну, труба, как сказать, труба, насос. Тепловые насосы, да, только они там можно назвать их электронасосы. Вообще там с эфиром очень много непонятного. Надо разбираться, какие-то частицы все-таки участвуют. Потому что здесь, как вы видите, я даже ничего не говорил про эфир. Он есть. Электромагнитная индукция однозначно. Сам эфирщик до мозга костей. Но здесь я не затрагивал, поскольку здесь в данном случае его не надо. Эфир надо рассматривать, когда процессы более глубинные, там гравитация будет таким же способом получения и прочим. Там уже эфир, уже прямой эфир. Там энергии такие, которые очень более похожи. Ну, если ядерные, мы знаем какие, а эфир это еще туда глубже. Это заядерные, как я вот тут рассказывал. Вот на торе непонятно. И что вы хотели с четырьмя этими обмотками торы вот вверху? Это некий вот тор. Нет, выше. Вот четыре обмотки вы на торе намотали, и что? Это разные вариации получать. Значит, вариация вот такого. Вот, ладно, в следующий раз. Аналогии нет у тора вот с такой вот. Нет. Потому что вот эти вы же намотали ее внутрь в кольцо. Вот эти обмотки можно последовательно включать, можно как-то встречно, да. Разным порядком. И чего? И разным порядком. Будут разные выходы. В общем, дома посмотрите. А к чему я должен стремиться? Вот 4 года, но я намотаю. А что я должен это? Ну, цель эксперимента. У нас стремление только одно. Вообще, что такое энергия? Можно ли ее утилизировать из того состояния, которое нам всегда говорили, что ее мы не можем ее брать. Можно ее брать. Ее очень много. И вот из-за вот этих встречных вот таких потоков и вот такого метода дифференцирования можно обратное движение индукции компенсировать. Это что такое индуктивность сразу нулю. Когда вот этот обратный поток идет, сначала мы его туда возбуждаем, потом он обратно рекуперируется. И возникает вот эта ЭДС, которая нам все мешает. Это и есть симметрия. В термодинамике это вот термодинамическое равновесие. В электродинамике это вот возникновение, значит, всех вот этих индукций, которые в технике, с одной стороны, она не мешает, когда мы делаем под единичные машины, где входная больше, чем выходная. Но там мы вынуждены тратить очень много на компенсации. Вот фактически вот это U или ЭДС умноженное на I, собственно, есть это вот эта вот мощность, которую мы уничтожаем, мы ее убираем. Это надо не U на I, а I квадрат на I. Это вопрос. Вот с этой схемы непонятно. Здесь понятно. Ну, теоретически понятно. Я это проверил 4 раза. А вот здесь, вот, что вы хотели этим сказать? Вот, точно так же все. А с выходом можно здесь поиграться с собой. Ну вы же здесь. Ну вы помыслите. Вы я здесь, вам даю свободу. Вы здесь, да, берусь свободу. Вы здесь меня докладываете, я же вопрос. Я наложил четко, вот поэтому я готов за это... Это продолжение, Вот здесь, понятно. Здесь тоже понятно. Понятно, несколько непонятно, но все равно хоть что-то понятно. Но здесь-то понятно, вы же здесь мотаете обмотку по... Ну, можно было это здесь изобразить, просто вот так. И так будет точно так. Ну, я просто монитор, а вот... Все. А с кондёрчиками что? Вот можно торт пополам разделить и сделать великолепную вот эту вот с хорошей связью с побитой. Тоже ротор станет, но как элемент.
элемент для двигателя. Разрез. Если не разрезать, можно получить вот такой вот аналог. Ну это у вас смотрительный эксперимент, не модель какие-то. Ну смотрите, я обещал сюда принести, просто сейчас мысли опережают. Не 50 Гц, а 10 кГц и больше устроить. Пожалуйста, 10 кГц. Чисто увеличение частоты, значит, требует меньшего объема сердечника. Ты, кстати, вот помнишь, написал объем. А как ваша фамилия, имя, отчество? Подовенко Олег Евгеньевич. Откуда вы берете 5 кГц? Если комплекс подойдет, то 10 кГц. Вот нам вдолбили в башку, что входная мощность должна быть. Она действительно есть. Во всей классике она есть. Откуда она получается? Я же показывал. Вот эта идея самая индукция. Вот представьте, что это двигатель. Он набрал обороты. И это омега пусть будет, либо линейная скорость. У него. То есть в начале при пуске оборотов тогда нет, это если это нет. Поэтому все напряжение сети падает на внутреннее распределение. И люди, значит, которые занимаются двигателем, вот здесь бы сейчас все притухло. Включили бы двигатель мощности. Течет там 100 раз больше ток. Вот этот ток 100 раз больше там или даже больше он может жить. Он запускающий. Да, в процессе набора оборотов убирает вот это ЭДС. Вот она растет, растет, растет. И выходя на номинальные обороты, в случае механической нагрузки, есть на двигатель нагрузка, будет вот эта разница. Если нагрузки не будет, она вообще будет минимальной. То есть там близко к 100. Абсолютно естественно. Если мощность снимается, то и получится эта штука, не будет чего это ток рабочий, да и вопрос. Вот что, собственно, ну, мощность механически развивает. Олег, а не проще ли убрать индукцию с помощью емкости? Резонансные методы, Я делал У вас какая-то экспериментальная работа, Чего? Нужно замотать. Нет. Чтобы не сгорало, нужно провод нравится ручить. Нет, специально провод. То есть что я хочу получить? Хочу Теслу вот здесь получить. Мне есть конкретно сервис. Мне нужно Теслу, потому что деньги хорошие. И тут еще есть цепь. Я хочу посчитать классический. Олег, я это очень хорошо запомнил. Я это проверил. Если не работает, то нет. Почему не работает? Так, все, все, все дискуссии. Понятно, да? Да. По поводу силы, которая двигает магниты. Есть вот такое мнение, что вот магнит, допустим, ты не то слово. Я как раз с этими вещами работаю. Интересно? Ну идите, завязали. Мне тоже интересно. Нет, нет, я имею в виду интерес в том, что вообще мы задерживаем. Нет, нет, нет. То, что общение-то получится у вас. Конечно. Конечно. Я был в курсе. Будешь доложен. Будешь доложен. Я вот так. Не вопрос. Как бизнес подвязку организуйте. Так, все, да? Я очень много. Так, все. Хорошо, спасибо большое. Значит, ну опять я очень много. Тема интересная. Я так понял, что текст будет интересно здесь. Текст будет интересно. Это хлеб. Вот, например, по примеру.